Улица Смирнова областного центра дождется ремонта уже в 2019 году. Об этом журналистам рассказал заместитель главы администрации города Виктор Казанцев в ходе инспекционного выезда на место будущих работ. На участке от улицы Новой до переулка Челышева планируется заменить изношенный слой асфальтобетонного покрытия на площади 9500 квадратных метров. Участок довольно-таки оживленный, планируем строительный сезон сделать. Соответственно, первые шаги уже сделаны, ряд объектов у нас внесены в план график, и закупки по ним начинаются. Помимо замены асфальтового полотна будет также проведен ремонт тротуаров и необходимые мероприятия по ограждению мостовых переходов. Посмотрим, что там, в каком состоянии ливневка. При подготовительных работах вскрылось одно непредвиденное обстоятельство. Произошел подмыв грунта моста, расположенного на данном участке. Вероятнее всего, восстановить объект получится в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но это повлияет на продолжительность работ. Мероприятия, ограничивающие, необходимые, приняты. И сейчас мы будем думать, как в рамках ремонта дополнительно вставить замену переходных плит в рамках ремонта. Это позволяется классификатором Минтранса. Пока неизвестно, потребует ли ремонт полного перекрытия движения по улице или удастся отделаться частичным. Это станет известно после обследования. Но к временным неудобствам ивановские автомобилисты готовы, лишь бы дороги ремонтировали. Действительно обращались по этому вопросу, по этому участку, да, то есть автомобилисты и в нашу общественную организацию, значит, и мы все-таки нас услышали, да, и мы сейчас знаем, как нам сказали, значит, представители администрации о том, что данный участок, он будет сделан. Этот участок улицы Смирнова один из проблемных. Здесь располагается пескобаза. Зимой тяжелые большегрузы ежедневно разбивают асфальт. Ямочный ремонт спасает ненадолго. В запланированных работах эту важную особенность дороги учли. Новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 приспособлено к таким нагрузкам. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.